Всем привет, с вами ваш личный фитнес-тренер Артем, и сегодня мы будем делать замечательную жиросжигающую тренировку. Я уверен, что вам понравится. Занимайтесь со мной 15-20 минут в день, и отличный результат вам гарантирован. Итак, поехали! Всего мы будем делать 7 упражнений. Каждое упражнение мы делаем 45 секунд с перерывом 15 секунд. Все, что вам нужно делать, повторять все упражнения вместе со мной. Итак, первое упражнение у нас будет это дотрагиваться ладонью до носка. Делаем это 45 секунд, находим свой ритм и делаем упражнение. Делаем примерно на 70% от своих возможностей. Стараемся выполнить полные 45 секунд. Молодцы. Ногу и руку стараемся не сгибать. Отлично. Давайте, давайте, молодцы. Не забываем делать выдох, когда нога идет наверх. Отлично, осталось еще 7 секунд. 4, 3, 2, 1. Великолепно. Отдыхаем 15 секунд, после чего у нас будет упражнение. Ноги вместе, ноги врозь. Очень важно найти свой ритм, чтобы у вас хватило на 45 секунд. Итак, начинаем. Прыгаем обязательно на носочках. Делаем выдох, когда выпрыгиваем наверх. Молодцы. Отлично. Чувствуем, как сжигаются лишние калории. Молодцы, осталось еще 10 секунд, давайте. Отлично. Замечательно. Вот еще перерыв. 15 секунд. Следующее упражнение у нас будет это приседы с шагом в сторону. Напоминаю вам, что колени не должны выходить за носки. Делаем выдох, когда встаем наверх. Итак, готовимся. Спинку держим ровненько. Поехали. Молодцы. Не забываем про выдох. Отлично. Еще 20 секунд. Очень хорошо. Великолепно. Замечательно. Делаем перерыв 15 секунд. И следующее упражнение у нас будет это ножнички ногами стоя. Напоминаю, обязательно прыгаем на носочках. Спинку держим ровненько. Поехали. Отпружиниваем ногами от пола. Молодцы. Не забываем про дыхание. Помогаем себе немного руками. Отлично. Оп. Коврик решил тоже с нами попрыгать. Ветер. Сейчас. Молодцы. Осталось 5 секунд. Замечательно. Отдыхаем, поправим коврик. И следующее упражнение будут отжимания с колен. Очень важно. Не спешите в начале, чтобы вас хватило на 45 секунд. Итак, ноги наверх. И начинаем делать отжимания. Хорошо. Если вы чувствуете, что вы уже не можете отжиматься, становимся в позицию упор лежа и удерживаем эту позицию. Напоминаю вам, делаем выдох, когда выходим наверх. Отлично.
должны уходить назад под углом 45 градусов. Отлично, делаем перерыв. После чего мы будем делать упражнения, развороты корпуса, также в позиции упор лежа. Становимся в упор лежа, готовимся. Поехали. 45 секунд, делаем развороты корпуса. Молодцы. Взгляд должен быть направлен на большой палец верхней руки. Очень хорошо. Молодцы. Великолепно. Осталось еще 7 секунд. 4, 3, 2, 1. Замечательно. Делаем перерыв. После чего ложимся на спину. И следующее упражнение у нас будет это велосипед. Значит, руки за голову, замочек. И дотрагиваемся локтем до противоположного колена. Обязательно не забываем про выдох. Ногу выправляем до конца. Молодцы. Очень хорошо. Великолепно. Вот мы закончили этот замечательный комплекс упражнений на жиросжигание. Великолепно. Молодцы. Мы выполнили этот замечательный комплекс упражнений. Занимайтесь вместе со мной 15-20 минут в день, и отличный результат вам гарантирован. С вами был ваш личный фитнес-тренер Артем. Подписывайтесь на мой канал Артемов Фитнес. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. Будьте здоровы. Всем пока. У меня на канале есть более 500 видео с различными упражнениями. Для того, чтобы найти интересующее вас видео, напишите в поиске YouTube такую комбинацию: Артем Фитнес и то, что вас интересует в данный момент.